центре Олимпийского резерва «Виктория» 20 и 21 декабря будут дарить новогоднее настроение юным гостям из всех уголков Брестской области. На самую масштабную, яркую и незабываемую губернаторскую елку пригласили одаренную молодежь, а также детей из многодетных семей, интернатов и домов семейного типа. Всего за два дня участниками областного благотворительного праздника в рамках акции «Наши дети» станут порядка 3000 ребят. Уже много десятилетий существует эта добрая практика, когда мы поздравляем детей по определенным законам, по определенной душой, с большими подарками, с самыми наилучшими пожеланиями. Мы посещаем учреждения образования, здравоохранения, где есть необходимость в первую очередь прийти к тем детям, которые сегодня нуждаются вот в таком новогоднем мечте, в счастье, чтобы они были здоровы в первую очередь, хорошо учились. Для ребят подготовили удивительное представление под названием «Дед Мороз. Чемодан в клетку». Это яркая сказка в ожидании Нового года, главный мотив которой – дружба, верность и преданность друзей. Постановка получилась яркой и наполненной многочисленными музыкальными номерами. Их блестяще исполняют талантливые творческие коллективы города.